Наконец-то вышла шестая версия популярнейшего гитарного процессора Guitar Rig. Честно сказать, мне в свое время всегда больше нравился Bias и Revolver, а Rig был на втором плане. Но со временем я его раскусил, и он хорош. Хорош в первую очередь количеством эффектов. Их тут много, и они хорошего качества. Все, что нужно для счастливой жизни. Стоит программу в Pro версии 199 долларов, что по нынешнему курсу может быть жлобно. Ну, конечно, есть торрент-версия, предоставляемого фан-сообществом совершенно бесплатно. Выбирать вам. Что очень нравится, так это возможность масштабирования интерфейса. Когда у вас монитор с диагональю в 6 дюймов, пялится в мелкие кнопулины, пятерки как-то не очень приятно. Собственно, сам интерфейс стал просторнее и элегантнее. Пользоваться таким одно удовольствие. Первое, что я сделал, так это заставил запомнить свой масштаб интерфейса, 175%, и я не сказано рад. Кроме масштаба, можно потянуть вот тут и изменить высоту плагина. Так, в купе с масштабом можно максимально подогнать интерфейс под размеры своего монитора. В целом расположение элементов не претерпело сильных изменений. Слева выбор пресетов и отдельных компонентов. Этой кнопкой сайтбар раскрывается, а справа сам наш виртуальный рик. Сверху панель с глобальными настройками и индикаторами. Теперь гитарный рик использует моделирование компонентов электронных цепей (ICM, Intelligent Circuit Modeling). То есть воспроизводится максимально реальное поведение ламп, трансформаторов, диодов, резисторов и прочей электротехнической начинки. Причем было использовано машинное обучение для воспроизведения всех параметров. Это должно по идее давать хороший результат в звуке. Собственно так и есть, но судить вам. Хотя найдутся те, кто будут плеваться, ну так всегда. Я почитал подробнее про эту технологию ICM и узнал, что один из разработчиков, некий Борис Кузнецов, то ли наш русский товарищ, что ли просто в нам колени осевший в Штатах и, может быть, даже забыл уже язык. Но это не столь важно. ICM начали разрабатывать еще в 2017 году с плагина Dirt, доступного в списке компонентов. Программисты и инженеры решили использовать машинное обучение, потому что объем работ по проверке тех или иных математических гипотез огромен и не под силу людям. Отсюда было принято решение использовать последние достижения – Deep Learning. Это сейчас хайповая штука, но работает. Подавая определенные наборы данных, можно заставить нейронку решать нужные задачи. В случае ICM дело обстоит так. На примере гитарного усилителя. Есть входные значения и замеры в ключевых точках электрических цепей. Также есть замеры на выходе. Соответственно, можно оскормить входные и промежуточные данные нейронной сети и заставить ее перебирать взаимоотношения параметров отдельных элементов для достижения нужного результата на выходе. Компьютер переборы может осуществлять несравнимо быстрее человека. На этом все и основано. Очень крутой подход, который дает офигенные результаты. Но по правде говоря, в шестом риге лишь три усилителя смоделированы с ICM. Это Chicago, Bass Invader и Fire Breather. Остальные поменяли шкурки и может быть как-то были подтюнены. Стоит отметить прекрасно обновленный менеджер пресетов. Это очень удобно. Мы можем фильтровать весь список по типу сигнала. Бас, ударные, гитара, клавиши, выходная шина микса, пэды, пиано, лупы, спецэффекты, синты, вокал. Да-да, вы не ослышались. Гитара Рига можно теперь обрабатывать. Да что там, теперь всегда можно было. В общем, можно обрабатывать все. Дело в том, что деление на гитарные и не гитарные эффекты совершенно условно. Можно что угодно и где угодно использовать. При этом результат может быть сногсшибательным. Как в хорошем, так и в плохом смысле. Далее, фильтрация по типу эффектов, то бишь разные типы педалей, голов, кабов и т.д. Затем, характер звука. Клин, кранч, дист или что там вам подавай. Потом конкретно усилки, затем жанры и наконец артисты. Что-то тут не густо со звездами. Наверное, лицензия насадчевая хэмита дорого стоит. Ниже сортировка по алфавиту или против него. Тут в списке без фильтрации отображаются и ваши кастомные пресеты. Отфильтровать только ваши можно нажатием сюда поиск по названию тут а фильтры по цветам тут. С клавишей Ctrl можно почти везде выбирать несколько вариантов, но в цветах ничего нет, пока вы их пресетом не назначите. Правой кнопкой и присваиваем. Выделив пресет, можно отредактировать его детально, присвоить категорию и добавить дополнительную информацию. Только вот я не понял, как из интерфейса программы удалить пользовательский пресет. Видимо, это можно сделать только в папке программы, что, конечно, странновато. Сохранить в пресет можно этой кнопкой. Просто вводим имя и огонь. Для любителей порастекаться музыкальной мыслью по древу гитары есть кнопка выбора случайного пресета. Вот этого реально не хватало. А также можно просто пролистывать их по порядку. Жаль не догадались научить программу сменять пресеты на клавиши клавиатуры. Page down, page up, скажем. Удобно же. На MIDI можно, на клаву нет. Дискриминация самая настоящая. Да, чуть не забыл, выделяя пресеты цветовыми метками, можно внутри этих меток сортировать пресеты так, как вам хочется, с помощью опции Custom. Поиск по компонентам тут. Тоже удобная фильтрация по типу. Интересно, что для выбранного компонента можно жать на глаз и видеть в каких пресетах он используется. Удобно. Появились удобные макроконтроллеры, на которые можно завязать произвольные параметры. Например, хочу крутить это первой крутилкой. Тогда тащу сюда и кручу. Хочу несколько параметров крутить одной кнопкой. Легко. Можно показать больше макросов. А можно и посмотреть, что мы навесили на тот или иной. И, например, удалить. Или временно отключить или настроить спектр действия, прослайдив тут. Это полезно, если я хочу, чтобы поворот слайдера на одном слайдере производил большую амплитуду, а на другом – меньшую. Наблюдайте сейчас за регулируемым параметром. Движение один к одному. А теперь широким движением мы перемещаемся лишь по выбранной зоне. Тут уж регулируйте по своему усмотрению. Корзинка можно снести все параметры на макросе. Ну прям не могу нарадоваться. Очень, очень клевый интерфейс. Ладно, далее идут уже известные проженным гитаро универсальные компоненты: Тейп-дек для записи того, что будет пропускаться через весь нижележащий риг. Тюнер. Метроном. Громкость текущего пресета. Пост дека, куда можно запихнуть, например, свой любимый минусок или бэктрек. Или самому наиграть. Это будет уже за основным ригом и не пройдет через него. И в GlobalFX вы будете пихать те обработки, которые не будут стираться при переключении пресетов. Тут, кстати, есть свои отдельные пресеты. Это прям очень удобная фишка. Я ее уже полюбил. Этой кнопкой мы сносим все в нашем риге. А этой все сворачиваем. Но из гейт наверху работает очень приятно и мягко. Можно оставить, хотя для очень мягких партий лучше не включать. Тут есть кнопулина, позволяющая подстроить трешхолд автоматом. Входная громкость, громкость на выходе, плюс лимитер, чтобы не клиповало. Включить выключить обработку и индикатор загрузки процессора. Есть еще переключение типа входа. Сходим в настройки, там где аудио, inputs, я выбираю первый и второй входы на своей звуковухи и возвращаюсь. Теперь L – это первый канал карточки, а R – второй. Это монорежимы. Удобно, когда подключены и гитара, и бас, например, и мы между ними переключаемся. А второй вариант – стерео. Тут уже рассматривается вариант подключения синта, например, ну или драм-машины, что там у вас в загашнике есть. Хотя есть вариант, что вы снимаете звук с кабов двумя микрофонами и заводите их в гитара рик ну или вы берете сырой сигнал с двух голов и заводите их в программу. Тут, конечно, различные ситуации бывают. Но, есть одно уточнение. Большинство компонентов гитары рига даже в режиме стерео входа суммируют это в моно и обрабатывают. Обратите внимание на вот этот переключатель у некоторых компонентов. Например, у капсима. Вот так режим стерео, а так моно. Давайте пройдемся по глобальным настройкам. Можно колесом мыши менять параметры, если поставить эту галку. Просто наводим и крутим. Полезно. Отслеживание статистики я всегда отключаю. Просто немного параноидален. Дальше на вкладке аудио есть выбор драйвера, устройство. ниже показан текущий его статус, частоты сэмплирования и слайдер задержки. Я ставлю минимальную. На слабых компьютерах может похрипывать, так что возможно придется увеличить. На маке с драйвером все просто, а вот на винде нужно провести известные свистопляски с ASIO драйвером, я давно избавился от этого ужаса. На macOS все на порядок проще со звуком. Кстати, поставил macOS на обычный PC. Кому интересно, пишите в комменты, дам ссылку на проверенного мастера, который удаленно хоть на холодильник поставить macOS. Ну, шучу, конечно, но правда может много куда поставить. Ниже входы основные и входы сайдчейна. Это отдельная история, но не частый случай. Но с выходами понятно. Тут MIDI-устройство. Кстати, недавно наткнулся на контору BJ Devices. Они делают, судя по всему, хорошие контроллеры. Хочу заказать, и если сделаю это, то расскажу о его связке с гитар ригом. Тут мы можем показать старые компоненты, но вряд ли они вам нужны. Дальше обновление пресетов библиотеки, чтобы найти новые. Импорт пресетов из гитары Rig 5, если он у вас до этого стоял. Когда я увидел этот пункт, то обрадовался, что видимо в гитару Rig добавили возможность использовать внешние файлы импульсов для кабинетов, но это для ревера, друзья, расходимся. Внешние импульсы реверберации. Хотя, тоже конечно полезно, но слегка обидно. Я записал видео, где продемонстрировал первые 50 пресетов и ссылка будет в описании. Тут же мы поподробнее разберемся с компонентами. Добавлять компоненты в рэк можно двумя способами. Перетаскивать слева направо или жать тут правая кнопкой и выбирать из категорий. Удаляется компонент либо правой кнопкой и delete selected, либо выделением и нажатием кнопки delete на клавиатуре. Контролом можно выделить отдельные компоненты, а с шифтом все в диапазоне. Компоненты можно перетаскивать, и даже нужно, я бы сказал, потому что от порядка следования тех же эффектов, например, звук очень сильно меняется. Любой элемент в реке можно отключить, свернуть, развернуть. Показать дополнительные настройки и заставить работать по-разному со стерео и моно, о чем мы уже говорили. У каждого компонента есть свои заводские пресеты. Но вы можете нарулить свой и сохранить. И нет, это все ручки по умолчанию. Как я уже рассказывал, есть несколько особых компонентов в рэке. Это макросы, с которыми уже разобрались, а также предека, тюнер, метроном, громкость пресета, постдека и глобальные эффекты. Давайте пройдемся именно по ним. Предека. Честно говоря, пользоваться этим инструментом не очень удобно, хотя бы потому, что нет представления записанного звука в виде волны. Это создает проблемы при записи лупов. Ну допустим я запишу какой-то кусок. Теперь попытаюсь найти точки начала и конца самого рифа. Ищем начало. Жму play. Таким же слепым способом находим и конец вроде даже работает. Но все же, господа разработчики, решительно неудобно. Нет функции обрезки, нет привязки к сетке. Хотя можно заранее подготовленную лупу сюда накидать и не париться с зацикливанием. Если жмем два раза на стоп, то попадаем к маркеру начала. Еще раз в начало самого таймлайна. Тут создаем новый файл. Тут загружаем существующий. А тут сохраняем наше записанное файл. Звук из деки можно направлять на выход через всю цепочку обработки. Если вы записали, загрузили чистый сигнал. А можно сразу на выход подавать, если это уже обработанный сигнал или драмлуп. Также можно изменить скорость воспроизведения и транспонировать звук по высоте. Постдека. Давайте сразу посмотрим и на постдеку. Она находится, как вам уже понятно, за всеми обработками. Соответственно, записывает только уже обработанный звук. С помощью кнопки ⁇ Трансфер ⁇ записанное можно переместить из постдеки в предеку. Есть еще кнопка Sync, которая позволяет одновременно стартовать и пост- и пре деке Можно в принципе загрузить драм-луп в пост-деку, наиграть бас в пре-деку, и потом просто фигачить на гитаре под это все. Но честно, это совершенно неудобные инструменты. Проще воспользоваться либо цифровой аудиостанцией, тем же Reaper'ом, по которому на нашем канале есть курс, ссылка на плейлист будет в описании к этому видео. А вот тюнер вещь архиважная. Тут его можно использовать в обычном режиме, сметающийся от звука рисочкой. и в режиме стробоскопа. Если с первым все понятно, то второй показывает настроенность на ноту движением импровизированного диска. В реальном стробоскопическом тюнере так и есть, но это же экран, вы понимаете. Если ваша нота ниже целевой, то риски стробоскопа двигаются влево, если выше, то вправо. Задача в том, чтобы они стояли на месте. Это и есть настроенность на определенную ноту. Кнопка Fork позволяет нам прослушать ноту, которая выбирается выше, если хочется на слух настроить. Дальше можно выставить режим тюнера под гитару, бас или специфический гитарный строй. Чем точнее выставили, тем точнее будет работать. Хроматический же самый универсальный. Ref Pitch это основная частота. Для 440 Гц это мировой стандарт. Можно изменить в диапазоне от 425 до 455 Гц. Однако в качестве звукового эксперимента можно настроиться, например, на ля с 432 Гц или любое другое значение. Про LED 432 есть много видео в интернете, поинтересуйтесь. В целом могу сказать, что звучит такое смещение для уха необычно, но нужно перестраивать все инструменты, разумеется, если речь идет про группу или музыкальную запись. Назначение кнопки Tune в том, чтобы поднимать на 7 полутонов название ноты вниз или вверх. Я лично не очень понимаю, зачем это вообще может быть нужно. Напишите в комменты, кто знает. Ну и тюнер можно замьютить. Метроном. Тут можно натапать нужный темп Изменить число ударов в минуту и размер. Настроить громкость метронома по отношению к звуку инструмента и замьютировать. Все достаточно стандартно и знакомо пораженным гитар рикчиком. Громкость пресета вещь простая, но чрезвычайно полезная. Волюм слева регулирует громкость звука, выходящего из нашего рига, причем до секции Global FX. Драй слева от крутилки это у нас громкость входного сигнала самого гитар рига. А Wet это громкость обработанного, в принципе, это может быть полезно, если вы используете внешний преамп и хотите примешать пространственных обработок и или компрессии. Я уже говорил, что гитар Рик и его примочки никто не мешает использовать как обработки в принципе, а не только как гитарные. Так что это может быть параллельная компрессия для ваших барабанов и всякое такое. Это, кстати, интересная мысль. В новом риге есть практически все основные обработки, так что для тех, кто покупает софт и принципиально не ставит торрент версии, это отличный вариант. Риппер плюс гитара Рик и у вас все необходимое в наличии. К тому же, сегодня есть очень много бесплатных плагинов на любой вкус. И это хорошо, ведь не всем нужен огромный пакет Waves Plugins, который еще и стоит как самолет. Есть еще переключалка Pre-Post. Я не до конца понял смысл, но судя по документации, режим Post подмешивает входной сигнал Рика к обработанному. Pre же делает иначе. Он разделяет входной сигнал на два потока, один идет чистым на выход, а другой через Рик и на выход. А уже в конце они смешиваются. Разница на слух есть, попробуйте сами. Если кто поймет, как именно это работает, пишите в комменты. Ну и глобальные эффекты мы уже рассматривали. Global Теперь мы приступаем к рассмотрению компонентов. И начнем с, так сказать, системных. Я имею в виду категорию Tools. Компонент контейнер, исходя из названия, это коробка для других компонентов. То есть можно накидать туда какую-то цепочку эффектов и сохранить их в пресет. Так можно организовывать сложные цепочки обработки и не путаться. Например, можно создать цепочку ревер плюс Delay в винтажном стиле и в модерновом. Или, скажем, контейнер с кабинетами в винтажном и модерновом, опять же, в стилях. В стерео для расширения стереобазы. Дальше думайте сами, потому что варианты тут не ограничены. В контейнерах есть свои контролы, количество которых изменяется вот тут. Смысл тот же, что и в ранее описанных макросах. Главное преимущество контейнеров в том, что они, первое, переиспользуются, и второе, сворачиваются. Компонент Crossover занимается тем, что делит звук, проходящий через него, на две частотные полосы по частоте, указанной данной крутилкой. Соответственно, мы можем обрабатывать отдельно эти две части спектра. Пример – добавление ревера и дилея только к частотам выше определенной частоты, например 300 Гц, чтобы не было бубнижа. Или на нижнюю часть спектра добавляем один вид перегруза, а на верхнюю – другой. Поэкспериментируйте. Для обоих сигналов можно регулировать панораму и в целом соотношение громкостей между ними. А, да, есть еще инвертирование по фазе. Компонент Split Mix позволяет разделить сигнал на две параллельные ветки и обработать их по-разному. Чаще всего я использую это для создания стереоэффектов или комбинирования звучания двух усилителей. Крутилки тут очень похожи на кроссовер, только разве что добавлена кнопка L-R. Она позволяет сделать так, что левый канал идет в А, а правый в Б. Подойдет для стереоисточников типа хардверного синта. И наконец Split MS, MS означает mid сайт. Это интересный способ работы со звуком. Суть тут очень проста. Mid это middle, середина, тот сигнал, который одинаков, и в левом и в правом канале. А все то, что различается в левом и правом, называется сайт. Низкие частоты, как правило, не панорамируют, так как они тогда лучше звучат. А вот обработка верха поможет размыть картинку по стереопанораме и получить очень широкий звук. Таким образом, вы можете обработать сайт, не затрагивая mid или наоборот. Отлично, спасибо за внимание. В следующей части мы поэкспериментируем со звуком. Лайк, подписка, коммент – это все будет в тему. Удачи!